в Ивановском цирке. Только тихо. Завтра состоится спектакль. Хороший, интересный спектакль. Бабкин, Ёшкин, Новый год. В преддверии волшебного праздника артисты московского цирка привезли в наш город новое шоу. Необычно оно тем, что все номера связаны сценарно в одну линию. Зрители увидят удивительную, насыщенную сказку. Мы здесь главные. Мы хотим все испортить, мы хотим украсть Деда Мороза. У нас все здесь идет вперемешку. И мы все так сделали вместе с нашим режиссером, что у нас один сюжет переходит в другой. И везде, в каждом сюжете участвуют бабки и ёшки. То есть мы воруем, мы бегаем, мы под финал становимся добрыми, и потом мы начинаем с детьми играть. В представлении множество уникальных для Росгосцирка номеров. Зрители останутся под впечатлением от выступлений серых волков, как из сказки, только самых настоящих. В живой природе они злые хищники, здесь же ласковые, как щенки. Волков практически вообще в цирке нет. Они сложны в дрессировке тем, что они очень осторожные животные. И в первую очередь нужно завоевать к ним доверие. Без доверия это животное не будет работать, оно просто подожмет хвост, ляжет, будет огрызаться и никуда не пойдет. Тот самый начало нужно, мы берем маленьких волчат, берем только по зоопаркам. Открою секрет. У нас два волка с вашего Ивановского зоопарка. Это мальчик у нас Акела, это чистый полярник, и полуполярница Ика-волчица. Вот, берем их маленьких, выкармливаем из сосочки, постоянно гуляем, играем, даем играть с собачками обязательно. Приучили с помощью ласки и доверия артисты медведей. На сцене они вытворяют совершенно невообразимые вещи. Танцуют, играют и во всем беспрекословно слушают дрессировщика. Секрет успешного номера, рассказывают артисты, в том, что мишки выступают как соавторы. Сами придумывают трюки и делают только то, что хотят. Заставить хищников выполнять что-то помимо их воли невозможно. Люди перерождаются в медведей, как говорят. И на самом деле с ними намного проще, чем с людьми работать. Но, по крайней мере, они приходят к нам совершенно маленькими щенками. Мы их выкармливаем из сосок, носимся с ними, как с младенцами. И после этого мы начинаем общаться абсолютно как с детьми, потом уже с подрощенными детьми, а потом уже как с родными, взрослыми созданиями, людьми. Они абсолютно понимают русский язык. Они понимают прекрасно, что я хочу от них, какую команду и все остальное. То есть это те же самые люди. Безусловно, жемчужина шоу – сложный акробатический номер «Аэростат». Выступают в нем только опытные спортсмены-батутисты. Номер этот – адаптация известного на весь мир воздушного полета журавлей режиссера Петра Майстренко. Тренировки трюковой части шли 2 года, и артисты готовы показать его ивановским зрителям. Это будет премьера. Воздушный полет журавлей вообще всегда ставился отдельно от жанра «флайн трапис». То есть «флайн трапис» – это воздушный полет на английском. Вот всегда воздушный полет журавлей, он стоял как бы в отдельной касте, потому что у нас, помимо того, что люди исполняют тяжелые трюки, у нас есть пластика, хореография, то есть можно сказать, что мы не воздушный полет, а воздушный балет. Шоу будет гостить в городе в течение месяца. Посетить его значит сделать подарок себе и своей семье. Спешите за билетами. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново. И я вас поздравлю!